Медики ищут способы расширить диспансеризацию населения. Горожане, увы, не торопятся узнать всю правду о своем здоровье. Новинка – выездной пункт обследования. Пришел в гипермаркет «Лента», заодно проверил давление и кровь на анализ дал. Выездная станция экспресс-обследования будет работать у гипермаркета 3 недели. Медики приглашают жителей города, которым необходимо в этом году пройти диспансеризацию. Осмотр включает в себя прием терапевта, антропометрию, измерение внутриглазного и артериального давления, а также ЭКГ и забор крови на лабораторное исследование. Диспансеризация взрослого населения в полном объеме не получается осуществить, потому что тоже пациенты не доходят. Они не доходят по разным причинам, но одна из причин, конечно, отпугивают очереди и отпугивает то, что нужно врываться в рабочее время или в какое-то свое личное, которого жалко. Поэтому мы решили попробовать сделать вот так. Конечно, полностью провести все обследование в рамках диспансеризации вот в полном объеме не получится в таком выездном цикле, но значительная ее часть, то есть больше 50%, мы сделаем там на месте. По итогам обследования каждый пациент получит персональные рекомендации, как придерживаться здорового образа жизни. Кроме того, можно будет записаться на дальнейший прием к необходимому специалисту. Выездная станция экспресс-обследования работает с понедельника по пятницу с 4 до 7 часов вечера.